Вы не знаете, где вы находитесь? Вам достаточно включить программу GSMesh на вашем сотовом телефоне и нажать клавишу 5. GSMesh покажет ваше месторасположение на карте города светло-зеленым кругом. Вы спросите, как GSMesh это делает? Ответ на этот вопрос очень прост, используя вашего оператора мобильной связи. GSMesh определяет номер станции и, зная ее зону охвата, показывает ваше месторасположение. Погрешность определения 200 метров в центре города и 1000 метров на окраине. Нажав на клавишу 1, вы сможете увеличить масштаб карты, на клавишу 2 – уменьшить его. Но это еще не все. Ваше месторасположение смогут увидеть ваши друзья, которым вы дали свое разрешение. Для этого достаточно нажать клавишу 8, в появившемся окне набрать логин друга и нажать ОК. И вы сможете узнать, где находится ваш друг. Для этого вам нужно нажать на клавишу 3, набрать логин друга и нажать ОК. GSMesh покажет месторасположение вашего друга на карте. И это еще не все. Нажмите на клавишу 7. В появившемся окне выберите логин пользователя, которому вы хотите отправить свое сообщение. Наберите текст и нажмите ОК. Сообщение также можно отправить, посетив наш сайт www.gsmesh.com. Также вы можете присвоить персональное имя базовой станции сотового оператора, в зоне которой вы сейчас находитесь. Нажмите клавишу 6, введите название и нажмите ОК. Нажимая на клавишу 4, вы подключаете или отключаете GSMesh к услуге GPRS, то есть к интернету. Вы спросите, знает ли GSMesh мой номер? Нет, GSMesh не знает ни вашего номера, ни любой другой информации о вас. GSMesh знает только месторасположение вашего сотового телефона, но вы в любой момент можете стереть историю своего передвижения, посетив свою личную страничку на сайте www.gsmesh.com. В процессе разработки услуга «Поиск» по названию или адресу объекта, месторасположение которого вы не знаете. Более подробную информацию о программе GSMesh вы можете получить, посетив наш сайт www.gsmesh.com. Программа GSMesh находится в процессе разработки. И если вы обнаружили ошибку, мы просим вас отправить нам письмо на страницу «Обратная связь» сайта www.gsmesh.com.